Всем привет, с вами Zero Point. Продолжаем проходить Мафию Definitive Edition. Вот, в прошлой серии у нас был замес в тюрьме. Мы, короче, завалили какого-то... Не знаю, кто он такой. Депутат это, блин, по-русски, если сказать. А если по... Короче, я не знаю, кого-то мы завалили. Он, короче, дал право, типа, голосовать там за что-то, короче... Кого-то важного мы, короче, завалили. У нас было 5 звезд розыска. Я успешно проебал эти 5 звезд. У меня потом было 4 звезды. Короче, весело. Вот, сейчас у нас чисто для разрядки глава называется. Сейчас посмотрим, что же это такое. Я пока чайку попью. Да, Enter, да. Чисто для разрядки. 1938 год. Опять они дымят. Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же... Как-то это... Мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Алмазики краем. У меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Знал об этом. Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален. Не как всегда буду я все делать, да? Дай угадаю. Большой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Чего-то. А, я из оригинала помню миссию. Помню. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Не смотрел одного человека. Там поле под поезд попал. Не важно. Все это как-то слишком рискованно. Вот. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да, да, конечно, я же все делаю. Вы ни хера делать не будете, вас не прижмут. Только если меня схватят, я вас спалю всех, козлы. Ну, дымили в этом баре, вы как не задохнулись еще, не понимаю. Столько дыма, каждый второй тут курит в этом баре. Я не представляю, без вентиляции как вы живете вообще. Эф. Опять на этом Ситроине салатом едем. Может, ты сядешь, нет? Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мыслей в голове много. Да ну. Там еще и для мыслей место есть.
Я чихну, блядь. Прошу прощения. Все вы не верите, что у меня случайно могут быть как-то. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай, что ты задумал? Думаю накрыть сберегательный указ в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место, уже все 100 раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. А грабить банк для нас слишком круто. Мы тут сраных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украсть сигары нам поручил Дон. А налет на банк он ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. Ты что, ты хочешь кинуть Дона? Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разозлится. Но успокоится, когда увидит свою долю. Не знаю, понял. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Поле. Или скажи все Дону, или забудь. Да. Ну, помечтать-то хоть можно. Проснись, все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Поле захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил, что ли? Не, трезв как стекло. Этого я и боялся. Эй, хорош меня доставать. Все путем. Куда? А, это я знаю, это типа надо найти. Опа, бля! Ты кто? Стоять. Нет, это, по-моему, не он. Это не грузовик вообще. Это фургон какой-то. Ага. Угу. Подожди, а что подсказки-то? Подожди, что по сложности? Игра классический, ну. Классический это самый сложный, типа как в оригинале должен быть сложность. А почему подсказки? Я должен был самого найти. Ой. Это хуёво я сделал, да? Болт. Охрененное название Болт. Thunderbolt. Как в Мафии 2. Thunderbolt. Thunderbird. Нормально, кстати, грузовик наваливает для того времени, ты глянь. 60 миль ебашит. 100 километров в час. Мусора. А, это пешеходный мусор. Тогда ничего не будет. Можно пролететь, блядь. А то я помню в оригинале и вот эти вот пешеходные мусора тоже. Эти пешеходы вонючие тоже не превысил на 0.5 км в час. Они тебя пытаются это... что-то нехорошее сделать. Хотя они, в принципе, это не дорожная полиция. Они никак не могут. Мне одно интересно, как они сюда добрались. А, тачку спиздили.
US Customs. Чё, Лос-Анджелес, что ли? Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места. Можешь ехать в кузове. Лежи и не высовывайся. Не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как раз отлично. Ты всем тёлкам это говоришь? Хорош. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи. Ладно. Эй, Том, удобно тебе там? Сам как думаешь, умник? Приедем к хранилищу, и что дальше? Не знаю, поищем ящики из Камеруна, или как его там? Ну, сигарная страна! Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься. Как они, блядь, друг друга слышат, я не знаю. Они так орать должны. Во-первых, эти грузовики, они ж теперь в то время так шумели сильно. Чем мы встали-то? Приехали, что ли? Черт, приехали. Точно, да. Э, Пит, бумаги у тебя? Подождите. Вы о чем? Держи, друг. Хорошо, проезжайте. Работа сегодня кипит, парковка забита. Слышали? Сегодня здесь полно народа. Ничего, будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, Сэм. Ты же знаешь. Я бы, конечно, тут всех замочил. Мне это больше нравится, но... Ну, как бы шутер есть шутер, блядь. Какой нахер стелс, я не понимаю. Какой нахер стелс? Поближе еще подъедь к нему, чтобы он увидел тебя. Мне пиздец не видно, конечно, шляпу-то эту. Конечно, он же не увидел, он такой слепой. Вы чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги. Но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. За мной. Все, давай, уводите его, и я выпрыгиваю. Ладно, Том, теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик. Конечно, да, я, конечно. А кто же еще? Кто же еще? Нам нужны камерунские сигары с корабля «Богемия». А вы что делать будете, мне просто интересно. Что вы будете делать, а? Ясно? Ходить тут? Не попадись никому на глаза. Как закончишь, разыщи нас. Ну двигайся вперед-то, двигайся. Я со сломанной мышкой играю, если что, так что прицела у меня нет. Точнее, на снайперку прицела нет. Хорошо сказал. Сейчас бы мафии снайперку искать. Он только в миссиях. Ну это я так, на всякий случай. Короче, у меня колесо не работает, так что... Какого хера подсказки-то работают? Я хочу без подсказок. Заставляют работяг пахать сверхурочно. Да погромче скажи еще. Нахера я спрыгнул, чуть не убился. А куда идти-то, блядь? Но я туда не должен был идти, там колючая проволока. Значит, нам надо здесь обойти где-то. Как мне, блядь, тут проходить-то, вы чё? Прикалываетесь, что ли? Блядь, как в укрытии сесть, я забыл. Чё делал? Он там один? Я могу пройти? А, блядь, вот я дебил. По сложности вообще. Как я должен? Ну, бери ящик, ну. Чё ты стоишь? Давай быстрее. Там этот стрелок еще вонючий. Стрелок, уходи отсюда. Уходи отсюда нахуй. Вали, блядь. Вали, я сказал. Вали, ну быстрее, блядь, Вася.
Так. А начала им похуй или не похуй? Так. Меня не видно, не пизди. Нет, мне невозможно тут увидеть. Не бесшумен, как рысь. Так, блядь, ну что такое? Я сказала бесшумен, как рысь. Хорошо, сам напросился. Да сука, альт, блядь, нажимаю. Блядь, пидорас, сука, вонючий, блядь. Нахуй, пошел, блядь. Блядь! Нет! Пидорасы, блядь! Кто меня отвлекает? Ой, блядь! Хорошо. Хорошо, проем там. Федералы заставляют работяг Да. Все прекрасно. Блядь, я должен был тут идти, серьезно? Я как идиот пошел там. Все понятно. Ой. Блядь, я чуть такой дебил. Нам и недели не хватит. Вам и заплатят, как за неделю. Хватит ныть. Тихо. О, погромче поори, а. Да какое ку, блядь, я ж нажал. Где? Вот. А, там еще невозможно было пройти, я понял, мне наверх надо. Хьюи, я забрал для склада ящик сигар, но трамчуешь там, а еще может быть спрятан среди конфискованных камеруинских сигар с богими, бля, что у нас за название. Когда приедешь, сразу пройдешь склад и проверишь остальные ящики, увидимся утром, удачи. Так, всё. О, это мне поможет. А мне нет. Потому что я в душе не ебу, что там написано. Так, мне надо куда? Вот это мне нравится, вот это без подсказок. А, нет, с подсказками. Когда закончим с мелкими ящиками, перейдем к большим в соседнем помещении. Ну и козлы эти федералы, хотя платят не так, но уже не меньше 100 ящиков. Приляг, блядь, к укрытию. Блядь, туда, туда, сюда. Да сюда, да нет, да сюда. Все. Ждем, пока он выйдет. Подходим со спины. Я его нашел. Никого-то не нашел, не пизди меня. Не стрелять! Не стрелять нахуй! Никто не слышал? Что такое? Чё в планшете написано? Чё пишут? Чё пишут в планшете? Чепуха какая-то написана. Так, это все бесполезно. Я же говорю, чепуха. Но стало известно, что в хранилище там можно конфиската в Лос-Хевене в данный момент содержит неизвестную контрабанду особой ценности. Вот, это как раз таки эти брюлики, хуюлики. Необходимо срочно смотреть все конфискованные товары. Время ограничено, отсутствие результатов может привести к провалу судебного процесса в Empire Bay, кстати, из Мафии 2. Город. Детектив Джоус Гроув. Так. Чё, больше ничего нет? Чё ещё могу стырить? Ничего не могу стырить. Блин, ну это же порт. Тут всего много всего лежит. Можно чё-то стырить, наверное. Мечтаем по Airbay.
Ром, блядь. Я чихну, блядь, опять. Сука, что такое, а? Опа, сигары, нахуй. А, мне не сигары нужны. А, ну сигары. Все правильно. Мы же сигары ищем, но в них эти контрабанда. Д2. Интересно. А, блядь, нос. Ну, Д2, все правильно. Да? Блин, мне кот кашлит. Ну ладно. Тут чё? Не, ничего. Моретти. Моретти, Моретти. Томас, Томас Моретти, блин. Блять! Это хуёво будет, если меня увидит, да? Он же стрелять не умеет. Опа, блять! Попался, нахуй. Да что ты? Я в тени. Мне не видно. Я в тени, сука. Ты чё, блядь, охуел? Я в тени, я сказал. Я в тени, блядь. Да что ты, хватит кашлять, а, пожалуйста. Пройди. Черт, сколько же тут всего? Блядь, серьезно? Проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Таких же сотни. Значит, тебе повезло. Вся ночь впереди. Блядь, серьезно, нахуй. Что это такое? Корабль трансферист богемия. Корабль, груз, играет товаром. Блядь, да, все. О, это мне поможет. А, это поможет? Ну, блин, я думал, это бесполезный хуй. Я бы тогда прочитал лучше. Что за помещение, блин? Что так все сложно? Как я спрашиваю? За... Вот они смотрят, вот они палят. Два ушли, один стоит, сука. Вот как я пройду? Или пока он будет, пока они будут позицию менять, я быстренько пробегу. Вот так нахуй, что ли? Или как? Я не понимаю. Ну так громко упал, что у меня камера даже затряслась. А мне куда? Ничего не видишь, понял? Ничего не видишь. Ты слепой, понял? Слепошара, ёбаный, слепошара, сука. Слепошара, блядь, нахуй я стрельнул, блядь? Ты нахера стреляешь-то со снайперки, со своей вонючей мосинки, блядской? Это ж мосинка у него, да, или снайперка, или какой, блядь, М1, гарант. Какого хера ты в ближняк стреляешь? Надо вдаль стрелять с ним. Дебил, ты кусок, тебя не учили, что ли? Все, бла-бла-бла, да, мы это знаем. Все, открой дверь, закрой дверь. Не хочешь закрывать? Ну ладно, хуй с тобой. Хуй с тобой, о, хуй с тобой. Куда мне идти? Я хуй его пойму. Да, давай. А, не сюда? Ой. Ты чё? Ты чё? Не, это не я. Ты кто ты такой? Дядя, сиди, ящики таскай лучше. Работа, я сказал. На работу, нахер.
Да какого хера ты стреляешь-то, козлина? Я тут, у меня разборка питерская, не видишь, что ли? Сразу стреляться, ну за рабочего заденешь. Черт, сколько же тут... Снайпер херов. Возьми, я сказал. Все, прочесть, Дань, прочесть. Это мне поможет. Не видишь ты меня, понял? Блять, ну иди сюда, что ли. Пошел. Здрасте. А что, сквозного прохода нет? Ладно. Если спрыгнуть будет плохо, да? А тут есть выход. Мне не видно. Не надо мне тут. Я вот боюсь, вот там опять это чертило будет стоять. Тогда будет плохо. Какого хрена они вообще, блин, на меня залупаются? Я-то что плохого сделал? Давай быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее, блядь. Не Алмазов. А, ты так сразу понял. Опа, а вот здесь-то тебе и пизда придет. На нахуй. Ибо нехер на меня тут. Сидел бы ты, работал. А мне бы давал тоже работать. Но мы же, сука, конкуренты, мы не даем друг другу работать, поэтому. А, там вообще они пустые, я думал, там что-то есть. Это те, которые наверху, да, вот эти вот. Да, попизди мне тут. Мне больше интересно, как мы их выгружать отсюда будем, потому что тут охрана, я ебу. Мне что, все проверить надо? Ну, как всегда во всех играх, по типу GTA, мафии, тут надо все прочекать, это в последнем будет. Это что такое? Это сигареты же, ну. Давайте мы их спиздим. Печеньки какие-то, печеньки. Давай печеньки спиздим. Чем бы нет. И здесь тоже. Господи, сколько можно? Ну, я же говорю... Прошу прощения, это само вырвалось. О! Нет? Вот ты где. А, нашел все-таки. Не в последний, между прочим. Там еще был. Вот и он. Вы его все-таки завалили. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Все пучком, парни. Ладно. Грузим все и валим отсюда. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, не сигани воду. Я помню. Черт. Вы слышали? Ладно, Том, погнали. Валим, валим! А грузовик-то кто? Ты чё, блять, а? Через грузовик не этот самый. По грузовику не стрелять, суки. По грузовику не стреляйте, блять, ХП нету. Давайте скорее сматываться. Том, можешь какой-нибудь ремкомплект заюзать или какую-нибудь еще херню.
Почему, блядь, так мало хп-то сразу, я не понимаю. Так, какие тут выезды вообще из города есть? Вот этот есть. Мне кажется, его перекроют сразу. Что ты моргаешь? Ты же не моргала. Или когда я по бордюрам езжу, тоже хп тратится. Я ж туда охренею. Чё, нет? Пролетим, сука! Блять, закрыто, ёбаный. Найди другую, если нас засекут, начнется жара. Блин, на какого хрена он едет? Ты же не сюда едешь. Брат, ты не сюда? Фух, спасибо. Блять, давай быстрей! Нет, он не сюда, все нормально. Так, какие еще выезды есть? А, есть в Сальери баре. Подожди. Мне лучше всего прямо. Хорошо, тут физика не учитывается, потому что боковой порез колеса не получишь. Обрель события. И тут да сука. Сворачивай, Томми! Как ты увидел-то, вот мне интересно. Ладно. Блин, как же мне проехать-то? Придется смотаться. Либо как через дворы проехать, я не знаю как. Можно, по-моему, проехать, слушай. Можно. Отлично. Кто-нибудь видел грузовик? Да ты это повторял, все, никто не видел ничего, все слепые. Никто ничего не видел. И ты тоже ничего не видел. Ой, тетя, прости. Здесь-то не перекроют, ну пожалуйста. Ну вот нет же никого, ну никого же нет, я же вижу. Я задолбал метаться. Где они? О. Генералы же нас на кишках повесят. Вот давно пора. Да, надеюсь. Ты заблудился на складе, что ли? Мы чуть было не уехали. Да там реально лабиринт. Я чудом ящики нашел. Другой раз для такого дела нам нужен будет план получше. Какого хрен кренит ты его? Это так... Стекляшки-то мы нашли. Типа реально учитывается да, то, что в те времена машину крен имели. Вот смотри, его влево кренит. Я ничего не нажимаю, он сам туда едет. Давайте доберемся до склада без копов на хвосте. Либо я его так разъебал, что он кренит. Алмазы у нас, босс будет доволен. И сейчас это самое главное. Надеюсь, эти камушки величиной с отеля Риц. После таких-то трудов. Главное где-нибудь не размотаться, потому что я это умею. И умею хорошо. Вот сейчас буду снимать серию по пейбеку, там физика примерно такая же. Физика управления автомобилем. Это просто какая-то жопа. Это тебе не Форза, где там управление вообще ебать. Аркада? Ну, самое реалистичное вообще на этом свете.
Этот грузовик побыстрее некоторых машин легковых. Шутки шутками, но он реально ебашит. О, Ситроен наш салатовый стоит. Нормально. Вот это встреча, блядь. Старый знакомый сказал, блять, я думал, я забор задену, сука! Вот этот скример сейчас был, я боялся, все, пиздец. Ты жив? Да. Пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ни хрена себе. Черт. Наркота. Ах ты, Сальери, наркоман, ты старый, а? А где алмазы? Я-то думал, а ты совсем шизанулся на старости лет, а? Наркоман. Не-не-не-не-не-не-не. Да он сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик, алмазов нет. То есть мы рисковали жизнями ради этого говна? Похоже, да. Тебе лучше остыть, Поле. Дон сейчас будет с рука. Мы не скажем Дону ни слова об этом. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен был. Да. Но сейчас мы все будем помалкивать. Ясно? Да. Блять, Сальери мне вообще сейчас не нравится. Да, он... Вот вначале он был нормальный, сейчас он какой-то, блять, уже старый пердун, если честно. Вот и все. Этот? Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорчены, но все остальное в порядке, босс. А вообще... Алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Ха-ха-ха-ха, шутканул, шутканул, хорошая шутка. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад? Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Блядь, чё, повторить, сука? Повторить. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде. Нет, только не надо на поезде. Пожалуйста, я не хочу ехать. Можно глава завершена и все, никаких поездов. Вообще, мне, блядь, нравится, что происходит сейчас в этой игре. Мне уже хватит, Томми! Если б нас повязали с дурью, мы бы сдохли в тюряге. Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Ну нет, ну блядь, ну сука, ну пожалуйста, ну это ж будет долго, ну ты чё, я думал на машине поедем до станции. Не знаю, как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна, я ведь даже не в доле, и вообще, я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица?
Стоять на коленях и смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Похоже, с нами иначе не бывает. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя. Конечно, идеальный. Я знаю, что произойдет. Да я помню. Пока я сам все не осмотрел. Я не знаю людей, которые не знают сюжет этой игры. Вот реально, вот есть такие люди вообще, которые играют в эту игру и сюжет не знают. Кто вы? Кто вы? Если не знаете сюжет. Оригинал вышел в 2002 году, по-моему. Меня тогда еще не было. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, что играем в карты и пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забочь. Я пытаюсь не уснуть, пока Дон рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже под пулем. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Так ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать. Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе мой план? Неплохо. Че, пасхалка, блин? Рэмбочином будешь с GTA 4, который будет миссии нам давать. Нам тоже шутки мы. Ты уже втянулся, брат. Как знать. Так, все. Глава пройдена, чисто для разрядки. Так, давай я нажму Enter, чтобы сохранение прошло, потому что я знаю, что может произойти, если я сейчас Alt F4 нажму. Вот. Небольшая халтурка. А, это уже банк. А, ну, это мы... Нет! Короче, это будет в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.